Приветствую вас, мои дорогие зрители, на связи Яна Федорова. Сегодня буду проводить такую процедуру со своей рассадой, прищипку георгинов. Вот у меня здесь есть рассада георгинов, ей примерно сейчас месяц, точно не помню, примерно месяц. И вот в такой фазе уже хорошо бы начать подкормки давать. Ну, я как-то георгины выращиваю очень хорошо, они вроде бы и без подкормок прекрасно растут. Вместо этого я для себя открыла новый приемчик прищипка георгинов. Вот смотрите. Раз, два, три пары листьев, включая семидольные. После трех пар листьев отщипываем или срезаем макушечку. Точно так же здесь, на всех саженцах. Раз, два, три. Три пары. И вот эту макушечку срезаю. Сейчас у всех так же сделаю. Так, раз, два, три. Вот. Все. Следующий. Также очень хорошо прищипывать бархатцы, цинии, даже астры я прищипывала, тоже дал свой эффект. Так, и последний, раз, два, три, вот здесь. Это дает то, что из боковых почек начнут появляться новые побеги, вызовет ветвение, то есть веточек больше, но значит и цветов больше. Такая процедура, конечно, задерживает цветение примерно на 2-3 недели, но зато они будут цвести пышно, букетно и обильно. И вот смотрите, через некоторое время, практически на каждом кустике, уже из боковых почек пошли по два побега. Просто вот везде. Ну и цветов, как следствие, будет в два раза больше. Сейчас вот этим георгинам 2 месяца от самого дня посева, как я их посеяла. Можно их уже вот в таком виде высаживать. Я не люблю передерживать рассаду, не додерживаю ее на такой степени, когда уже начинают там бутоны появляться. Я вот примерно так высаживаю под ультрафиолетом. Она очень быстро начинает крепнуть и растет очень хорошо. Можно еще с недельку подержать, тогда они вырастут примерно вот такие. Ну, как погода позволяет. В принципе, вот в таком виде уже вполне можно и высаживать в грунт. Все, дорогие мои зрители, желаю вам хорошего настроения и красивых цветов.